Много работал. Не безуспешно, надо сказать. Старался быть в курсе новостей культурной жизни. Спрашивал приятелей, сослуживцев. Покупал диски, книги, музыкальные альбомы. Не читал, не смотрел, было некуда. Много работал. Продвигался по служебной лестнице. Хотел завести семью. Сложно, да хлопок. К тому же постоянно некогда. Тут фильмов не посмотреть, книгу не прочитать. Много работы. Столько накопилось недоделанного. Хотел бы детей? Да, хотел бы, а чего нет? Но для этого все надо женщину подходящую найти. А когда? Да, в конце концов, не так это все и важно. Тем более, постоянно нет времени. Даже фильмов не посмотреть, книгу не открыть. А их, кстати, столько накопилось, все углы завалены. Надо будет обязательно прибраться. Снова повышение на службу, еще больше работы. В отпуску не был лет 10. Когда? Много работы. Да, 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 конечно, мог бы поехать, согласен. А для чего? Чтобы 2 недели. Оказаться там, где будешь наедине со своими мыслями. Быть там, где вокруг счастливые семьи, влюбленные, радостные дети. Нет, лучше попробую для начала прибраться в доме. Разобрать книги, диски, альбомы, которые продолжаю покупать в еще большем количестве. И продолжаю складывать по всем полкам, стеллажам, ящикам. Что-то со здоровьем. Много работал. Хорошо бы показаться врачу. Была бы жена, так, может быть, отправила бы к доктору. Были бы дети, может быть, обследовался ради них. Но некогда. Столько всего накопилось. К тому же очередное повышение на службе, новые заботы и обязанности. Вот взять хотя бы книги, диски, разобрать бы их для начала, а потом посмотрим, глядишь, как что-нибудь и пойдет. Умер, погребен с почестями. Приятно было слушать на похоронах, каким я был прекрасным работником. Как много всего я успевал и как много мне удалось сделать в жизни. Сейчас немного одиноко, приходить ко мне некому. Квартиру мою продали и поделили неведомо откуда взявшиеся наследники. Все ценное разобрали. Мои непрочитанные книги, диски, альбомы собрали в огромные строительные мешки и выбросили на помойку. Вот странные люди, хотя бы взяли, почитали, послушали, посмотрели. Я удивляюсь. Я ж покупал только самое лучшее. Ну, как мне говорили, во всяком случае. Не, хорошо пожил. Много работал. Может, не успел, что я уж не знаю. Но тогда как-нибудь в другой раз. Нет, я считаю, что вот это вот. Так все-таки почему на испанском это круче?